Украинский авиазавод «Антонов» выпустит еще один транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности. Фюзеляж уже готов, основная конструкция не изменится. Но «Мрию-2» начинят современными технологиями. Достроят самолет вместе с китайскими партнерами, уже подписали договор о сотрудничестве. А основной контракт планируют заключить до конца года. Фюзеляж «Мрии-2» стоит в заводском ангаре уже 28 лет. За все это время не могли найти средств на достройку самолета. Теперь же у него появился шанс подняться в воздух. Причем с новым высокотехнологичным оборудованием. Кабина, ну, наверное, подлежит изменению. И некоторые системы, навигационные, ну, радиолокационные, тоже подлежат изменению. Будут конструктора взвешивать, чтобы это было и, скажем, современно, чтобы это было безопасно летать и, ну, не накладно. Младшую сестру легендарной «Мрии» достроить помогут китайские партнеры. В Поднебесной ее и будут эксплуатировать, а вот права интеллектуальной собственности останутся за Украиной. При успешном завершении всех юридических процедур взлететь самый большой самолет в мире сможет через 5 лет. Было подписано соглашение, как сказал Александр Анатольевич, которое предусматривает достройку модернизированного второго экземпляра, я повторяюсь, создание производства и, соответственно, все необходимые инфраструктуры, которая нужна для производства самолета Ан-225 в Китае на базе, производственной базе компании AICC. Это соглашение, в этом соглашении ничего не говорится о передаче этим соглашением, по этому соглашению интеллектуальной собственности, прав на самолет и так далее. К более тесному сотрудничеству с Китаем подтолкнула российская агрессия. Из-за оккупации Крыма и военного конфликта на Донбассе совместные с Федерацией проекты пришлось свернуть. Последним стало решение о разрыве сотрудничества с компанией «Волга-Днепр». Мы до 31 декабря этого года участвуем совместно с российской компанией, а начиная с 1 января проводятся работы для того, чтобы мы работали самостоятельно. Теперь же завод ищет новых партнеров. Уже удалось подписать несколько крупных контрактов. Так, для Азербайджана «Антонов» строит 10 самолетов Ан-178. Для Королевства Саудовской Аравии создают самолеты-демонстраторы Ан-132D, которые планируют завершить к концу этого года. Среди партнеров украинского предприятия также Турция, Малайзия и Куба. Надежды компании и на сотрудничество с отечественным Минобороны. Я думаю, к концу года мы выйдем уже на подписание. Сейчас обсуждаются окончательно тактико-технические характеристики контракта на поставку нашему Министерству обороны 3 самолетов Ан-148. Гигант не только практичен и надежен. Только в этом году посмотреть, как приземляется «Мрия» в Австралии, на аэродром прибыли 1000 зрителей. Алена Клюско, Игорь Каркадым, UATV.